это победа, никаких вопросов вызывать не должна. Максимум, что удалось сделать Кордобе, это забить гол престижа в самой концовке встречи. Гол получился знатный, гол получился очень красивый. После изящно разыгранной комбинации алжирец Набиль Гилас отправил мяч в верхний угол ворот Камини. Ну, я думаю, что и Гильермо Очоа такой бы мяч, наверное, не потащил. 2-1, победа Малаги и Малаги.